Итак, смотрите, чтобы сюда приехать, в Дюрсо есть вот такая вот парковка, да? Есть люди нехорошие, которые стоят прямо на тротуаре, людям приходится обходить. Но в основном все паркуются нормально. Вот непонятно, зачем они стоят на тротуаре, когда вот здесь вот есть место, да? Я показываю. Именно это, потому что это, ну, не по-человечески просто. Дальше, туда ближе к морю, парковка запрещена. Вы можете видеть, что там как бы будет вместе. Вот видите, машинки, которые здесь стоят, и людям могли бы идти безопасно к морюшку. Ой, просто великолепная красота, как заходит туманчик такой на гору. Прям круто. Подходим поближе. Здесь, я так понимаю, что имеется платная парковочка, в которую можно приехать, заехать, припарковаться. И там находится сам центральный пляж вообще. Но меня больше интересует именно вот это место. Здесь можно посмотреть. Очень много людей, кто приезжает. Но в основном все выбирают бесплатную парковку. Чебуреки Гира Шаурма, пожалуйста. Можно прикупить себе 150 рублей. Допустим, обычный чебурек с сыром 150. Ценник космос. Здравствуйте, приятного аппетита. Спасибо большое. Вот это самая реклама прямо годе. У нас вкусно готовят. Я смешанный с сыром покупал, тоже, ну, такая же цена, то есть ценник обычный, мы находимся возле моря. И вот так выглядит пляж, дорогие друзья. Смотрим. Вау, как необычно. Вот этот туманчик, который заходит. Фантастика. Людей, правда, уже немного, потому что мы приехали буквально на закате. Сейчас 19:02, солнышко у нас 20 лишним садится. Но здесь, видите, уйдет до горизонта, и вообще будет печально. Пляж почищен, все выглядит очень симпатично. И на такой пляже хочется отдыхать. Единственное, чего не хватает, это, конечно же, бешеного количества людей. Мы этого прям очень хотим. Ну что, друзья, здесь море считается одной из самых таких прикольных. Потому что бухточка, она находится в отдалении от всех населенных пунктов. Там вот среди поселков впадает сюда речушка. Мы когда приезжали зимой, нам через этот пляж прям проходил и рассекал его. Так что вот такую красоту можно увидеть. Водичка вот что-то в этом месте немножко мутноватая. Есть те, кто уже покидает пляж, есть те, кто только приезжает. Есть вот деревянные лежаки, кстати. Непонятно, кто за них деньги собирает. Это прям печалька. Ой, какие петели бегают. Клевенькие. Крутяк. Где мне тут занырнуть-то? Я ищу место, где бы искупнуто, чтобы было чистенько. Что-то я надеялся тут прям на кристально чистую воду. А вода что-то не чисто кристально. Медузы там все дела. И мухняк какой-то стоит. Здесь всегда было самое чистое море. Сейчас вот так смотришь, прям что-то никак не очень заходит. Ну, может, прибило, шторм там какие-то. Я надеюсь, что в дальнейшем все улучшится. Бесплатно. Ух ты, да ладно. Прикиньте, короче, типа, такого я еще не видел. Вместо бесплатного отдыха на них прям висит и лежаки, то есть бесплатно подходи, отдыхай. Очень-очень удивительно такие вещи видеть. Это очень классно. И вот это самая речушка, которая и образовала всю эту долину, в которой не так уж и много домов. Там есть что-то типа кемпинг, какие-то рядные домики построены. Вот так выглядит сама речушка. Я могу сказать, что здесь, в принципе, все уже работает. То есть все заведения запущены. Классно. Под зонтиками. Ну, вот это... А вот это места платного отдыха, друзья. Здесь собаку нельзя, то есть вот там были навесы для бесплатного отдыха, а здесь написано место платного отдыха. Там точно место бесплатного было написано? Я просто не могу до сих пор поверить, что это так. Вот, смотрите, мы отошли уже дальше реки, и вроде бы здесь совсем другая береговая линия, море стало прозрачным, походу течение вот здесь в ту сторону идет, речки там как бы не очень, но зато здесь все платно. Это такая вот вариация, если хочешь, типа, бесплатно, то смотрим, если платно, то, к большому сожалению, только за деньги. Друзья, можете увидеть, что вот действительно прям в сторону отошли, то есть если там было прям печальные виды, да, то здесь прям очень хорошо.
И водичка здесь чистая, можно так сказать. Камушки на ощупь очень приятные. Детки мы пошли искать место для отдыха. Ну и пляж выглядит вот так. Здесь места все эти платные. Действительно, я не могу понять, то ли меня там заключило, там было бесплатно написано, то ли показалось, то ли еще что. Виды здесь, конечно, прям очень классно. Я бы даже советовал прогуляться. Мы тут есть маршрут вот по скалам, то есть можно пройти и выйти туда с сотовой вышки и попасть на другой пляж. Мы с Ярославом с той стороны в эту сторону шли, но до пляжа не дошли, но сверху увидели. И виды там, друзья, просто завораживают дух. Берите хороший отдых и прогуливайтесь. Ну что, дорогие друзья, попробуем искупаться. Температура водички 19 градусов. Это прям на самом деле печалит. Печалит, потому что у нас в Анапе 20, 21, 23. И мне люди пишут о том, что холодно. Я представляю, что с вами здесь было. Поэтому никто, кроме одной девушки, не купается. Ну и мы сейчас с вами занырнем. А дальше еще холоднее. Ой, в общем, такое себе удовольствие. После того, как ты купался в теплой воде, купаться, ну, прохладно. Я не скажу, что холодное, но прохладное 100%. Хотелось бы все-таки море потеплее. Едешь, едешь, платишь бешеные бабки, приезжаешь. А здесь море лед. Ох. Еще я сейчас представляю, буду выходить, солнца уже нету. Оно уже за горы ушло. Насколько здесь будет прохладно. Все равно давно не купался, по-моему, 2 дня. И сейчас залезть в море, это прям очень хорошо, друзья. Здесь есть столики, обещают комплексные обеды, можно покушать, туалет, душ. Я, кстати, вот чаще всего приезжал всегда на ту сторону, там постоял, посмотрел и уезжал. В эту сторону практически никогда не ходил. Ребятки сидят, отдыхают с пивасиком, такой вид хороший на море здесь. В этом месте есть переодевалки, мусорочки. Ну, то есть, в принципе, все довольно-таки культурно, комфортно. Единственный вопрос, как они сюда заезжают, наверное, тоже какая-нибудь пропускная система, шлагбаумы и так далее. Надо будет попробовать раз сюда заехать, в эту сторону. Туалет 25, душ 50 рублей. Вот эти такие биосептики уходят. Будем надеяться, что никуда больше, но не попадает. Смотрите, прям хорошая цена. Американо 110. Я только что купил за 180 американо. Экспрессики, мороженки. Все видно. Здравствуйте. А чебуречки почем у вас? Чебуречки 120 рублей с мясом, 130 с сыром. Делаем на заказ. А, только по заказу, понял. Нет, в смысле, я имею в виду 2 минуты и готово. Я понял, я же говорю, это же хорошо. Умнички, хорошая работа, спасибо. Вот так вот, видите, как культурно, как приятно. Вот тут всякие еще цены, гиросы большие. Все подписано, с улыбочкой общаются. Вот дай бог, чтобы так и было всегда. С этой стороны вы можете видеть такие вот домики, но они, по-моему, не работают. Это, кстати, интересно, почему место для курения. Мне все-таки интересно, наверное, все-таки здесь было написано «места платного отдыха». А нет, там вот написано «место бесплатного отдыха», но все-таки есть и бесплатный отдых. Там вот с той стороны все было платно. Смотрим, что здесь есть еще интересного. Душ, туалет 25 рублей, 50 рублей. Шаурма, наггетсы, продукты. Также можно прикупить что-нибудь покушать. Девушка, а вот прям бесплатный, вот прям реально бесплатный отдых? Да, и лежаки бесплатно? Да, это полностью бесплатно. Вон те деревянные лежаки. Да. А вот эти пластиковые? Платные. Почем? Честно, не знаю. Вы там вот еще не определились. А вообще люди приезжают или еще мало тоже? Приезжают. Что, ну, хорошего вам сезона. Спасибо. То есть есть круги, продают. Ну, в общем, можно приехать отдыхать. Все товары сопутствующего ассортимента имеются. И на парковку можно заехать 300 рублей. Это стоянка автомобиля дневного пребывания. Костры разводить запрещено. Понял, кто хочет побывать на этом пляже. Вот есть тут автобусы, которые возят именно из Абрау в Дюрсо.